Привет, дорогие друзья, вы на канале Мелагим. Ребята, подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Ссылочка в описании. Сегодня заблокировали Инстаграм, могут заблокировать Ютуб. Поэтому, чтобы не потерять мой канал, подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Ссылочка в описании, скачивайте в Play Market Яндекс.Дзен. Переходите по ссылочке в описании на мой канал. А я уже стою возле новой секретной коробочки, которая появилась за маяком. Третья секретная коробочка, ребята, находится с другой стороны маяка. Поэтому собирайте, ребята. Мы, конечно же, сейчас ее откроем. Вот такая прикольная фоточка получилась. Давайте еще выберем новый стикер. У нас появились новый стикер. Я выберу вот такое сердечко. Всем большой привет, ребята. Для вас вот такое красивое сердечко. Кто подписался на Яндекс.Дзен, тем просто отдельное большущее сердечко. Жду всех остальных ребят тоже на Яндекс.Дзен. Это классный вариант. Если YouTube все-таки заблокирует, мы сможем там с вами встречаться. Это очень классный вариант, ребят, поэтому подписывайтесь на Яндекс.Дзен, просто скачайте в Play Market и переходите по ссылочке в описании. Мы с вами секретную коробочку откроем, но чуть попозже. Дело в том, ребята, что у меня сегодня откроется просто мега много коробочек. Коробочки за задание откроются с новой мебелью, там будет очень классная мебель попадаться, а также коробочки, которые у нас идут за рекламу, там тоже костюмчик и красивый стеклянный столик выпадает. Мы сегодня с вами откроем просто мега-мега много разных коробочек. Но чтобы мне открылись коробочки за задание, мне нужно немножечко еще собрать фрагментов памяти, и мы с вами отправимся в гонку. Я вам, ребята, покажу, как можно быстро пройти эту гонку. Я думаю, конечно, что это баг, и потом у нас ограничители будут работать намного лучше, но сейчас можно спокойненько срезать дорогу и очень быстро проходить эту гонку. Сейчас мы с вами попробуем это сделать. Просто мега быстро пройти гонку, невзирая на препятствия, будем сокращать дорогу, ребята. Так, ну здесь сократить не удастся, поэтому пролетаем. Еще, кстати, классный лайфхак. Если вы нажимаете на ускорение, то вы через эти лужи липкие. Смотрите, ребят, я просто срезала спокойненько дорогу, и стрелочка дальше ведет. Так что можете срезать дорогу и быстро проходить эту гонку. И зарабатывать фрагменты памяти, чтобы побыстрее купить классные предметы в магазинчике. И здесь тоже, кстати, можно вот так вылетать из трассы и просто срезать все это дело. Но я думаю, что потом это все пофиксят, и у нас будут ограничения, которые нельзя пересекать. Но пока что это работает, ребята. Вот здесь я на песок вылетела, а здесь мы просто-напросто прямо пролетаем, и трасса у нас пройдена очень-очень быстро, ребята. Но я думаю, что это потом пофиксят. Но все, ребята, мы с вами выполнили на 3 звезды эту гонку, и у нас откроется сейчас коробочка секретная номер 1 на сегодня. Открываем, и в ней 400 монеточек, один самоцветик. Ну а теперь, ребята, заглядываем в часики. У нас выполнились задания в разделе события. Мы можем собрать 3 секретные коробочки с интересной мебелью и предметами. Все, я забираю все причитающиеся мне фрагменты памяти. Их очень много, отлично. Их можно потратить в магазине, купить опять что-то интересненькое. Так, еще 30 штучек, круто, ребята, очень много мы с вами собрали фрагментов памяти, так что выполняйте эти задания. И в первой коробочке росточек, красивенький, во второй коробочке что будет, ребята? Вау, какой красивый душ, он еще и редкий, на фиолетовом фоне это означает, что он очень редкий, круто, сейчас мы его установим. И вот такая, я думаю, что это фонтанчик-раковина. Красивые предметы новые. Я очень рада, что мне выпал редкий предмет. Так, здесь у нас еще нужно выполнять. И здесь тоже нужно выполнять. Ну, круто, ребята, классно нам предметики попали. Сейчас мы посмотрим, что они из себя представляют. Но это еще не все. Сейчас мы отправимся в город и откроем новые боксики, которые за рекламу, вот такие вот зелененькие. Поехали открывать первый бокс. Я хочу, чтобы мне выпал столик со стеклянной столешницей. Первый боксик, и в нем 400 монеточек. Но я считаю, что это тоже очень хорошо. 400 монеточек, это классно. Следующий боксик. Вау, какая палочка, световая палочка. Ну, классно, классно, ребята. Сейчас проверим, тратится она или она навсегда. И 500 монеточек мне попалось. Открываем еще один боксик. Давайте что-нибудь редкое, пожалуйста. Хоть бы мне выпало. О, еще одна палочка, ребята. Мне сегодня на палочке везет. У меня остался последний боксик. И мы его, ребята, открываем. Что же в нем будет? Еще 400 монеточек. У меня сегодня монеточки и 2 палочки выпало. Давайте смотреть, где же они. В рюкзачке, в самом конце. Листаем, листаем, листаем. Вот эта палочка.
Она светящаяся, особенно в темноте. Красиво ее доставать, ребята. Ночью доставайте эти палочки. Ну, давайте попробуем. Вверх я ее поднимаю. И все, ребята, и она потратилась. Какая же быстрая палочка, как она быстро тратится. Посмотрим. Да, ребята, у меня осталась одна палочка, а вторую я уже потратила. Ну, конечно, быстро она тратится, эта палочка. Ну, ладно, была палочка и нету палочки. Ладно, ребята, отправляемся с вами в домик. Сейчас установим новую мебель. Ну и, конечно же, соберем, наконец-таки, секретную коробочку. Ребята, что в ней будет? Мне, конечно, очень интересно. Что это будет? Монеточки, самоцветики или фрагменты памяти? И собираем, ребята, коробочку. Один самоцветик в этой коробочке. Ну, конечно, маловато самоцветиков. Можно было бы и побольше. Ну, хорошо, самоцветики, так, самоцветики. Но у нас много интересного впереди. Поэтому мы с вами отправляемся в дом устанавливать новую классную мебель. В доме у меня красиво, ребята, новая мебель. Шикарная каруселька. Кто уже купил себе такую карусельку, пишите в комментариях. Она очень классная, и я себе уже вторую такую карусельку взяла, потому что она мне очень понравилась. Давайте, кстати, ее установим рядышком. И все новые предметы появляются в меню архивы ПК-XD, вот в этом подразделе. Смотрите, какой большой душ, он очень красивый. Давайте здесь вот устроим ванную комнату пока, и сюда установим новый душик и новую раковину. Так, как ее правильно устанавливать, ребята, пока что не знаю, ну ладно, разберемся. Пока что вот так ее поставлю. Ну и новый росточек. Кстати, я придумала, его можно установить на душ, как будто бы он сразу будет поливаться. Знаете, такая экосистема, два в одном, это очень модно в современном мире, эко-мире. Будем, такой у нас эко-мир будет. Все, я все сделала. Поехали смотреть, как же оно выглядит. Давайте попробуем два сразу включить. Прикольно смотрится, ребят. А, будем пробегать здесь. Прикольно. Классно, классно. Можно будет, кстати, их побольше еще установить. Вот такой большущий душ. Очень красивый, вместительный. Мне эта мебель очень нравится, ребята. Смотрите, какая водичка здесь льется. Подсветочка, классный душик, мне мебель понравилась. А вот это что такое, ребята, с этой стороны? Похоже, как будто бы это сушка. Она работает или нет? Нет, ребят, похоже, что... Нет, ребят, это у нас душ выключается, сушка не работает. Хотелось бы, чтобы была кнопочка, можно было бы сушиться. Такой нано-душ и вот такая раковина, фонтанчик. Прикольная раковина, но, по-моему, я немножко неправильно поставила, ребят, но разберемся. Вот такие классные предметики новые у нас появились в игре. На этом все, всем спасибо за просмотр, всем классного настроения и встретимся совсем скоро на канале Милагейм. И всем пока-пока!